Школам нужны молодые энергичные управленцы. Об этой и других актуальных проблемах образования говорили участники Всероссийского форума молодых руководителей школ, лицеев и гимназий. В работе форума участвуют педагоги со всей России. Это прежде всего руководители, члены Ассоциации лучших школ страны, победители Всероссийского конкурса «Педагогический дебют». Программа насыщенная. Так участники форума посетят несколько новосибирских школ, чтобы своими глазами увидеть, как работают разные образовательные центры. Педагоги уверены, необходим кадровый резерв, а также всеобщая система подготовки креативных директоров школ. Руководитель все время должен расти. Причем, с одной стороны, классику не забывать, это мы учили в педуниверситете, это одно. Второе, бесконечно изучать и читать управленческую литературу, причем не только российскую и международную, потому что вот те навыки, которые требуются и будут требоваться детям, они формируются уже сегодня.